Республики Сахаягутия Айсен Сергеевич Николаев с супругой Людмилой Валерьевной. Нерюн-нергюй, верюлях муньякка тылахтара, ытыктабыллах ютюманы ылжыттар. Сахар-Республикатын төрөбүт күнүнен уонна Сахар-Республикатын ил түменин хүрбебе сыллах үбүлөйүнен итиис тең эгерде. Барга быяңнак сахамдойдуда модун Россия кен туттуда өркөн өрөгөй тойугун тойдун үнер үйага үрдү турдун. Добрый день, уважаемые участники торжественного заседания общественности, посвященного 25-летию Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия. Сердечно поздравляем вас с днем рождения родной республики! Торжественное заседание общественности, посвященное Дню Республики Саха-Якутия и 25-летию Государственного собрания Ильтумен, считать открытым. Саха-Якутия сегодня с гордостью демонстрирует стране и всему миру свои достижения. Динамично развивающуюся экономику, высокую инвестиционную активность, строительство крупных промышленных и социальных объектов, многообразие культурной жизни, богатейший социально-экономический потенциал республики, инициатива, энергия, консолидация ее многонационального народа являются залогом благополучия и процветания нашей великой Родины. С Днем Республики и 25-летием Государственного собрания Ильтумен в адрес руководства Республики поступила поздравительная телеграмма от председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко.
От всей души поздравляю с Днем Республики и 25-летием законодательного представительного органа государственной власти Республики Саха-Якутия. За прошедшие годы проделана большая работа по формированию нормативной правовой базы, обеспечивающей всестороннее развитие Республики Саха-Якутия, реализацию ее материального и культурного потенциала. Сегодня депутатский корпус Ил-Тумен осуществляет масштабную деятельность по обеспечению конституционных прав и свобод граждан, защите их интересов и повышению уровня благосостояния, по созиданию правового фундамента для стабильного подъема производства, модернизации экономики, внедрения инновационных технологий. Пусть опыт законотворчества, накопленный депутатами Ил-Тумен, и в дальнейшем будет способствовать реализации намеченных планов по развитию всех сфер народного хозяйства региона, укреплению российской государственности. Еще раз поздравляю с праздником, желаю всем успехов и новых достижений в работе на благо Республики Саха-Якутия и Российской Федерации. Поздравительные телеграммы поступили от заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой, заместителей председателя Государственной Думы Ивана Мельникова, Ольги Епифановой, депутатов Государственной Думы Валентины Пивненко, Владимира Кашина, Галины Данчиковой, Федота Тумусова. Также поступили многочисленные телеграммы и поздравления от руководства и законодательных представительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Слово предоставляется председателю Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия Петру Васильевичу Гоголеву. Уважаемый глава Республики Саха-Якутия, уважаемые народные депутаты, члены правительства, дорогие якутяне, уважаемые гости. Сегодня мы, жители многонациональной республики, отмечаем официальный государственный праздник – День Республики. 27 апреля – особая дата в жизни Якутии, каждого из якутян, каждого, кто чувствует ответственность. В этот день с разницей в 70 лет произошли знаковые события в общественной и политической жизни республики. 27 апреля 1922 года Якутия впервые обрела государственность. Была образована Якутская автономная Советская социалистическая республика. Это историческое событие напрямую связано с именами выдающихся сынов нашей республики. Максима Мосова, Платона Аюнского, Степана Ржакова, Исидора Барахова и их соратников. Обретение автономии проходило в острой политической борьбе. С самого начала Мосов, Аюнский и Барахов настаивали именно на статусе автономной республики, отвергая иные варианты. Образование автономии Якутии отцы-основатели связывали с подъемом экономики, национальных культур всех народов края, социальной сферы, стремлением местного населения к самостоятельности. И во многом надежды и чаяния народа о лучшей жизни оправдались. Статус автономной республики придал громадный импульс развитию экономики, культуры и социальной сферы. Из отсталой окраины она превратилась в индустриально-аграрный регион с горнодобывающей промышленностью и сельским хозяйством. В области культуры, образования и науки республики достигла значимых высот. Бурные переломные 90-е годы 20 века перед республикой встала сложнейшая задача поиска новых путей развития республики. Нужна была новая модель государственного устройства, основанная на принципах демократии, разделения властей, усиления роли гражданского общества. Важнейшими вехами развития Якутии в эти годы стали, во-первых, принятие в сентябре 1990 года Декларации о государственном суверенитете республики. Во-вторых, 31 марта 1992 года Республика Саха-Якутия подписала федеративный договор как равноправный субъект Российской Федерации.
И в-третьих, на основе Декларации о государственном суверенитете 4 апреля 1992 года Верховный Совет 12-го созыва принял новую Конституцию, основной закон Республики Саха-Якутия. Подчеркивая преемственность и создавая добрые традиции, Конституция Республики вступила в силу 27 апреля, день образования якутской автономии. Огромная заслуга в демократических преобразованиях, формирование современной модели государственного устройства республики принадлежит первому президенту Республики Саха-Якутия Михаилу Ефимовичу Николаеву. Именно он и депутаты... Именно он и депутаты Верховного Совета 12-го созыва под руководством Климента Егоровича Иванова взвалили на себя тяжелое бремя ответственности за будущее республики и на этом пути проявили политическую мудрость и дальновидность. Конституция Республики Саха-Якутия, как воплощение общественного договора, явилась прочным фундаментом политического, социально-экономического, культурного развития, заложила основу современного законодательства нашей республики. От имени Государственного собрания Ил-Тумен поздравляю участников торжественного собрания и всех жителей Республики Саха-Якутия с праздником, Днем Республики. Уважаемые участники торжественного заседания, символично, что 27 апреля – это еще и общероссийский праздник, День российского парламентаризма, система организации государственной власти, основанной на разделении властей. Политический плюрализм, соблюдение прав и свобод человека и гражданина – вот главенствующие принципы российского парламентаризма. Поэтому сегодня мы не случайно отмечаем важную для республики и ее истории даты – 25-летие Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия, высшего законодательного, представительного и контрольного органа государственной власти. В октябре 1993 года в стране произошли события, результатом которых стало формирование новых органов государственной власти. Существует тезис, что любой кризис – это время для новых возможностей. Якутия, как и Россия, в целом воспользовалась этой возможностью. Мы не свернули с пути демократических преобразований. 12 декабря 1993 года состоялся всенародный референдум по принятию новой Конституции Российской Федерации. В этот же день был избран двухпалатный парламент, законодательное собрание Республики Саха-Якутия. Деятельность депутатов первого созыва Государственного собрания Ил-Тумен пришлась на сложное время смены политического режима, экономической, социальной турбулентности в стране. Необходимо было создавать новое правовое поле республики. Благодаря твердой позиции, настойчивости первых парламентариев удалось заложить крепкие правовые основы Республики Саха-Якутия. Считаю важным подчеркнуть, что в становлении нового института законодательной и представительной власти неоспорима роль первых председателей якутского парламента Егора Михайловича Ларионова, Афанасия Петровича Илларионова, людей высочайшего профессионализма, истинных патриотов республики. Второй созыв парламента под руководством Василия Васильевича Филиппова и Николая Ивановича Соломова основное внимание уделил нормативному регулированию социально-экономического развития республики, обеспечению социальных гарантий населения. Важнейшим направлением деятельности стало совершенствование законодательства республики. Основной закон Республики Саха-Якутия и законодательство явились объектом тщательной, кропотливой работы по приведению в соответствие с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством. Второй созыв также принял решение о переходе на однопалатную структуру парламента для обеспечения должной динамичности формирования законодательной базы. Третий созыв парламента Якутии, избранный 29 декабря 2002 года, возглавил Николай Иванович Соломов. С 19 мая 2005 года Государственное собрание Ил-Тумен избрал новым председателем Нюргуна Семеновича Тимофеева, одного из лидеров производства. Третьим созывом были законодательно обоснованы правовая поддержка главной бюджетообразующей отрасли – алмазодобывающей промышленности, приоритетные направления развития нефтегазовой, угольной и других отраслей промышленности, энергетики и транспорта. Была создана нормативная правовая база местного самоуправления. Новым этапом развития парламентаризма в Российской Федерации стал переход на смешанную систему выборов по одномандатным округам и по партийным спискам. Парламентскими партиями в республике стали «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Аграрная партия России». Были созданы парламентские фракции.
Руководить 4-м созывом доверили Виталию Николаевичу Басыгысову, за плечами которого многолетний опыт федерального уровня, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 3-го и 4-го созывов. Законодательная деятельность 4-го созыва позволила республике успешно пройти через общемировой экономический кризис. Были сохранены достигнутые темпы развития в экономике в сфере культуры. Осуществлен переход на программно-целевой принцип формирования государственного бюджета республики. В рамках расширения контрольных функций парламента был принят закон о счетной палате республики. Глава республики стал ежегодно выступать перед депутатами с отчетом о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти. 5-й созыв Государственного собрания Ултумен избрался в сентябре 2013 года. Парламентом Якутии 5-го созыва руководил Александр Николаевич Жирков, народный депутат всех созывов Ултумен, включая действующий. Предыдущий созыв уделял внимание вопросам модернизации экономики, сельского хозяйства, социальной сферы, земельных отношений. Была принята экологическая доктрина Республики Саха-Якутия. Проведена обширная работа в области межнационального культурного обмена, популяризации в стране нашего национального достояния эпоса «Олонхо». Осуществлен перевод ряда эпосов народов мира на якутский. Уважаемые участники торжественного собрания, предыдущие 5 созывов Государственного собрания Ултумен приняли почти 2400 законов республики и сформировали современное законодательство. Это целостная работающая система, обеспечивающая динамичное социально-экономическое развитие республики, реализацию прав и свобод граждан. Высший законодательный, представительный и контрольный орган государственной власти республики все эти годы являлся важнейшим фактором стабильности, общественного согласия и гражданского мира. Мы признательны своим предшественникам, народным депутатам Республики Саха-Якутия всех созывов. Вы являетесь для нас примером ответственности, стремления к развитию и эффективности парламентской деятельности. Позвольте искренне поблагодарить каждого парламентария лично за вклад в становление и развитие Государственного собрания Ултумен, развитие законодательства и парламентаризма в нашей республике. Отмечая свою юбилейную дату, парламент республики намечает для себя новые рубежи, приоритетные направления деятельности Государственного собрания Ултумен Республики Саха-Якутия 6-го созыва. Они диктуются принятыми государством решениями среднесрочного и долгосрочного планирования. Прежде всего, это национальные проекты по 12 направлениям стратегического развития, установленные указом президента России от 7 мая 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. На республиканском уровне мы приняли закон о стратегии социально-экономического развития Республики Саха-Якутия до 2032 года, целевым видением до 2050 года. Ключевой ценностью стратегии является человек. И наша основная цель – создание благоприятных условий для жителей нашей республики, наших избирателей, чьи интересы мы обязаны защищать. Безусловно, залогом динамичного развития республики является работа в тесной связи с главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым, другими ветвями власти и гражданским обществом в интересах населения Якутии. Придание ускоренного развития в республике будет во многом зависеть от устойчивости системы государственной власти и местного самоуправления, от конструктивности позиции в отношениях с федеральным центром. Республика Саха-Якутия имеет политические и экономические основания влиять на дальнейшее развитие региональной политики страны. Мы часть Дальнего Востока и одновременно часть Арктической зоны Российской Федерации. В последние годы в отношении Дальнего Востока и Арктики принимаются решения по созданию благоприятных условий для работы крупных корпораций. Вместе с тем мы отмечаем, что на второй план отходят вопросы создания комфортности проживания в этих макрорегионах, бедности, безработицы местного населения, обеспечения социальными гарантиями. Необходимо такие тенденции преодолевать, предлагать свое видение решений государства. В отношениях с недропользователями настоятельно необходимо выйти на мировые экологические стандарты. Перед Государственным собранием Ултумен действующего созыва стоит задача принятия экологического кодекса республики.
По-прежнему острыми остаются вопросы социального обеспечения наиболее уязвимых категорий населения, которые в первую очередь нуждаются в государственной поддержке. Малочисленные народы Севера, жители сельской местности, многодетные семьи, дети-сироты, молодежь, люди предпенсионного и пенсионного возраста. Парламент Якутии ведет по этим направлениям планомерную работу на федеральном уровне. Мы инициируем усиление защиты детства в Арктике, предложили сформировать арктическую модель здравоохранения, внесли свои предложения в разрабатываемую государственную программу по устойчивому развитию сельских территорий. Требованием времени является расширение участия граждан в принятии решений на всех уровнях власти. На встрече с Советом законодателей России президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 24 апреля текущего года сделал особый акцент на то, что в деятельности парламентов требуется большая открытость и прозрачность законотворческого процесса, широкое привлечение экспертного, научного и делового сообщества. Отмечу, что открытость парламента была изначально заявлена главным принципом деятельности 6-го созыва Государственного собрания Ултумен. Мы создали постоянно действующую дискуссионную площадку «Открытый парламент» для привлечения общественных активистов к работе над проектами законов, анализу правоприменения, реализации национальных проектов в Якутии. Создан общественно-консультативный совет при председателе Государственного собрания Ултумен, в состав которого вошли руководители парламента Якутии прошлых созывов, депутаты регионального и федерального уровней, государственные деятели, внесшие значительный вклад в развитие отраслей экономики и социальной сферы. Внедряется новый формат «Час эксперта», на который приглашаются ведущие эксперты по отраслям права, ученые и специалисты в различных сферах общественных отношений. Как высший законодательный, представительный и контрольный орган, парламент должен быть готовым ответить на серьезные вызовы времени. Опираясь на опыт работы предыдущих созывов, мы должны создавать законы, направленные на обеспечение достойной жизни и свободное развитие человека. Действовать во имя благополучия и процветания родной республики и нашей великой родины Российской Федерации. Уважаемые якутяне, уважаемые участники торжественного собрания, от имени депутатов Государственного собрания Ултумен Республики Саха-Якутия и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем российского парламентаризма, с Днем Республики, с 25-летием высшего законодательного, представительного и контрольного органа государственной власти Республики Саха-Якутия. Желаю всем крепкого здоровья, новых успешных начинаний на благо Республики, мира, добра, счастья и благополучия. Благодарю за внимание. За вклад в развитие законодательства, парламентаризма и межпарламентских связей в Республике Саха-Якутия наградить нагрудным знаком «За вклад в развитие парламентаризма в Республике Саха-Якутия» Филиппова Василия Васильевича, председателя Палаты Республики Государственного Собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия второго созыва, народного депутата Республики Саха-Якутия третьего созыва. Наградить нагрудным знаком за вклад в развитие парламентаризма в Республике Саха-Якутия Алексеева Артура Николаевича, депутата Верховного Совета Якутской АССР 10, 11 и 12 созывов, народного депутата Государственного Собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия 1 и 2 созывов. Наградить нагрудным знаком за вклад в развитие парламентаризма в Республике Саха-Якутия. Дорогие товарищи, друзья, дамы и господа, признаюсь честно, я немножко, как говорится, ошарашен тем, что вот такую награду получаю. Я вообще-то всегда был против парламентаризма, всегда был за Советы народных депутатов. Вот. Поэтому я думаю, что сегодня вот награждение меня как представителя Компартии, как представителя трудового человека является признанием того, что та власть была неплохая. Спасибо.
наградить нагрудным знаком за вклад в развитие парламентаризма в Республике Саха-Якутия Добрянцева Анатолия Анатольевича, первого заместителя председателя Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия пятого созыва. Наградить нагрудным знаком за вклад в развитие парламентаризма в Республике Саха-Якутия Никитину Екатерину Семеновну, заместителя председателя Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия третьего созыва. Наградить нагрудным знаком за вклад в развитие парламентаризма в Республике Саха-Якутия Антонову Марию Яковлевну, руководитель аппарата Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия третьего созыва. За вклад в укрепление государственности Республики Саха-Якутия и в связи с 25-летием образования Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия наградить почетной грамотой Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия Балабкину Ольгу Валерьевну, заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия, народного депутата Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия четвертого созыва, заместителя председателя Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия пятого созыва. За вклад в укрепление государственности Республики Саха-Якутия и в связи с 25-летием образования Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия объявить благодарность председателя Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия Кашукову Александру Андреевичу, народному депутату Республики Саха-Якутия 5-6 созывов. Наградить почетной грамотой Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия Александрова Вячеслава Лаврентьевича, народного депутата Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия второго созыва. Слово для приветствия предоставляется председателю Народного хурала Республики Бурятия Владимиру Анатольевичу Павлову. Утю Кюнюнент, Кюндю Саха Республика Тен Ильдархан Айсен Сергеевич, Кюндю Ильтюмен Берседетен Петр Васильевич, Энерлобит депутатар, Итистеник Агаделибит Ильтюмен Сюрбебесаган Толбутанан. Уважаемый Айсен Сергеевич, уважаемый Петр Васильевич, депутаты Государственного собрания Иль-Тюмен, уважаемые приглашенные, от имени депутатов Народного хурала Республики Бурятия поздравляю вас с 25-летием Государственного собрания Иль-Тюмен, Днем парламентаризма и Днем Республики Саха. Республика Саха – это уникальный край, богатыми природными ресурсами, но суровым климатом. Трудолюбие, твердость духа,
верность слова всегда отличали жители Якутии. Велика историческая роль Якутии в освоении России, Дальнего Востока и продвижении к Тихому океану. Сегодня Якутия отличается высокими экономическими показателями и является ярким примером того, как в условиях развития высоких технологий возможно сохранять национальную культуру и самобытность. Мы с большим уважением относимся к истории народовластия Республики Саха. Депутаты Илтумен принимают новые и совершенствуют действующие законы, направленные на развитие экономики и социальной защищенности граждан. За четверть века республика прошла долгий и трудный путь становления республиканского законодательства. Богатый накопленный опыт ценен для всех регионов России. Парламент Илтумен, создавший развитую и высокоэффективную систему республиканского законодательства, заслуженно относится к наиболее авторитетным представительным законодательным органам субъектов Российской Федерации. Народный хурал Республики Бурятия уделяет большое внимание, значение развитию межпарламентских связей с Республикой Саха. Наши товарищеские, дружеские отношения имеют продолжительную историю. В 1996 году было заключено первое соглашение о сотрудничестве между Государственным собранием Илтумен и Народным хуралом Республики Бурятия. Это было одно из первых подобных соглашений между представительными органами российских регионов. Налаженное сотрудничество способствовало укреплению межпарламентских связей, обмену опытом и, конечно, благотворно сказалось и на других наших взаимоотношениях. 3 ноября 2018 года указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Бурятия вошла в состав Дальневосточного федерального округа. И теперь, когда Якутия и Бурятия входим в состав одного федерального округа Дальневосточного, наше сотрудничество должно перейти на новый уровень. Выражаю надежду, что в ближайшее время между нами будет подписано новое соглашение о сотрудничестве, которое позволит выработать совместную стратегию для решения тех задач, которые поставил президент Российской Федерации перед страной в своем послании Федеральному собранию Российской Федерации и майских указах. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество позволит решать многие актуальные задачи Дальневосточного федерального округа по улучшению качества жизни населения и стабильности в обществе. Уважаемые друзья, в завершении своего выступления хочу по просьбе председателя Парламентской ассоциации Забайкалья и Дальний Восток Луговского Сергея Леонидовича, он является у нас спикером, председателем законодательного собрания Хабаровского края, не смог приехать, но попросил поздравить от имени ассоциации с таким замечательным событием, знаменательным событием в жизни республики, в жизни парламента. Я вот выполняю его просьбу. Мы все, кто входит в Дальневосточный федеральный округ, являемся членами ассоциации. Я хочу поблагодарить Петра Васильевича, председателя Государственного собрания Илтумен, который очень активно работает в данной ассоциации. Уважаемые друзья, всем желаю доброго здоровья, благополучия во всем, успехов в работе на благо жителей Якутии и во имя ее процветания. Вперед, Якутия! Слово предоставляется заместителю председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александру Константиновичу Акимову. Это Ктаблах Сахасирин Аллахтахтара.
Васавуллах Айшин Сергеевич, Петр Васильевич, народный депутат, Юрюлях Муньяк-Тилактара, Вилджиттар, Эгини Варгатин, Федерация Хабетинатыттан, Беймапыттан, Бигунгы Рыгайдах, Улубрах Нигнан, Республика Кунинан, Уанна Госдарсана Муньяк, Илтумен, Юрбебесылынан, Ититигистингник, Агардадирбин Конгулля. Уважаемый глава Республики Саха-Якутия, уважаемый председатель Государственного собрания Ултумен Республики Саха-Якутия, уважаемые участники и дорогие гости Торжественного собрания, от имени Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и лично от имени председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко сердечно поздравляю народных депутатов Республики Саха-Якутия всех созывов и жителей нашей республики со знаменательной датой Днем Республики и 25-летием Государственного собрания Илтумен и Республики Саха-Якутия и Днем парламентаризма Российской Федерации. И прежде всего поздравляю наших уважаемых народных депутатов, депутатов Верховного Совета и Республики, стоявших у истоков новой государственности Республики Саха-Якутия в составе Новой России во главе с первым президентом Республики Саха-Якутия Михаилом Ефимовичем Николаевым. Дорогие друзья, становление нового парламента как высшего законодательного, представительного и контрольного органа государственной власти Республики происходило период становления новой государственности нашей республики в составе обновленной Российской Федерации. Новая Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года на общенародном референдуме, определила новый статус субъекта в составе единого демократического федеративного правового государства Российской Федерации. Народные депутаты всех созывов за прошедшие 25 лет внесли поистине значительный вклад в общественно-политическое, социально-экономическое и духовное развитие нашей родной республики. Благополучие всех жителей республики, повышение уровня и качества жизни северян, якутян – главный смысл деятельности народных депутатов. За 25 лет работы депутатами парламента республики создана надежная законодательная база, система законов, регулирующих самые разные стороны развития региона и общества. Накоплен огромный опыт перехода на принципы местного самоуправления. Государственным собранием Илтумен утверждены перспективные программы развития базовых отраслей экономики, топливно-энергетического и транспортного комплексов, сельского хозяйства республики, программы долгосрочного развития области государственного строительства, социально-экономической и культурной жизни Якутии. Перспективы будущего определены в стратегии социально-экономического развития республики на период до 2032 года с целевым видением до 2050 года, который был инициирован главой Республики Саха-Якутия Арсеном Сергеевичем Николаевым и законодательно утвержденной парламентами Республики в декабре прошлого года. Очень важно то, что сегодня Республика установлен реальный диалог между обществом и властью. Ежегодно проходят отчеты органов исполнительной власти, народных депутатов, глав муниципального образования перед населением, созданы институты гражданского общества. Сегодня парламент республики выходит на новый уровень работы с Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Главным результатом этой работы является продвижение законодательных инициатив Государственного собрания Илтумен Республики на федеральном уровне, чтобы обеспечить достижение стратегических целей развития страны и реализацию национальных проектов, особенно в сложных природно-климатических условиях Крайнего Севера, Арктики и всего Дальневосточного федерального округа.
Как председатель Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации хочу отметить, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин уделяет приоритетное значение развитию арктических и дальневосточных регионов. Будет утверждена стратегия развития арктической зоны до 2035 года. Есть программа социально-экономического развития арктической зоны. Федеральное собрание Российской Федерации обеспечивает законодательное сопровождение развития этого, безусловно, перспективного макрорегиона в интересах нашей Родины Российской Федерации. Надо отметить, что правительство Российской Федерации всецело поддерживает те инициативы, проекты, предложения, которые исходят от руководства нашей республики. Дорогие друзья, в заключение хочу сказать, что отцы-основатели нашей республики всегда верили в будущее своего народа. Именно через призму образования и освоения новых современных технологий, в то же время сохраняя свои ценности, свои традиции и свой язык и культуру. Сегодня есть все экономические, интеллектуальные возможности для региона, как сказано главой республики Саха-Якутия на отчете перед парламентом Арсеном Сергеевичем Николаевым, сделать серьезный прорыв инновационного развития не только в экономике, но и в гуманитарной сфере, войти в десятка лидеров субъектов Российской Федерации в честь столетия образования родной республики Саха-Якутия. Дорогие друзья, 27 апреля – знаковый день для истории республики Саха-Якутия. С этого дня начался отсчет современной истории государственности нашей родной республики. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия, консолидации общества во благо республики Саха-Якутия и всего нашего Отечества. Тургурдун Сахасиря, Тургурдун Улу Россия. Уруя Ихал Нарюэн Наргы. Дорогие друзья, позвольте по поручению председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко вручить приветственный адрес, но здесь я не буду зачитывать, Петру Васильевичу Гоголеву, председателю Государственного собрания Елтумен. И Валентина Ивановна планировала приехать, но в связи с загруженностью не смогла приехать, но она обещает вот, в течение года обязательно приехать. Здесь будет выездное заседание комитета и совета по Арктике, Антарктике, где будут рассмотрены именно актуальные вопросы развития нашей республики Саха-Якутия. Так что позвольте вручить. За большой вклад в развитие парламентаризма в Российской Федерации, совершенствование законодательства Российской Федерации и в связи с 25-летием образования Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия наградить медалью «Совет Федерации 25 лет» Корнилову Зою Афанасьевну, народного депутата Верховного Совета РСФСР 12-го созыва, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 2-го созыва, народного депутата Государственного Собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия 2-го, 3-го и 4-го созывов. Наградить медалью Совет Федерации 25 лет Марфусалову Августу Дмитриевну, народного депутата Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия 2-го созыва. На
наградить медалью Совет Федерации 25 лет Николаева Юрия Михайловича, народного депутата Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия 3-го, 4-го, 5-го и 6-го созывов. Наградить медалью Совет Федерации 25 лет Прокопьева Владимира Михайловича, народного депутата Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия 2-го, 5-го, 6-го созывов. Наградить медалью Совет Федерации 25 лет Никонова Сергея Александровича, народного депутата Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия 4-го и 6-го созывов. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие парламентаризма в Российской Федерации, совершенствование законодательства Республики Саха-Якутия и в связи с 25-летием образования Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия наградить почетной грамотой Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Жиркова Егора Петровича, депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 1-го созыва, народного депутата Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия 2-го, 4-го, 5-го созывов. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие парламентаризма объявить благодарность председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Гурьевой Раисе Семеновне, народному депутату Верховного Совета Якутской АССР 12-го созыва, народному депутату Государственного Собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия 2-го созыва. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Өтіктавыллах, Ильтумен Барыс Озыптарын депутаттара, күнді дұғоттор, Рахтан чувасына келбеті өлзеттер, күнді ветераннар, сақамирын жоны әргеті. Эхейіні бұқа барғытын түрәбіт дойды бұд, сақабыт республикатын өрегойды құйынан ететік істенлік әрдеребін көңілі. Бүкін беге республикатын оқта бұд ұлы жомытығар. Дойды бұд тайдығытығар терек бұл бұд үгіз көлбенерге дерен ұтықтал бұдын, оңна мақтал бұдын керді бұд. Сақабыт серен бай историятынан, ұлы Россияны қатары бірге неке декке әрелді ақты қардығылан ербетінен кен тұттар бұтын білдері бұд. Уважаемые участники торжественного заседания, уважаемые народные депутаты всех созывов, ветераны, дорогие якутяне, от себя лично и от имени руководства республики поздравляю вас с праздником, с днем нашей республики Саха-Якутия. Этот день отмечен великими вехами в нашей истории. 27 апреля 1922 года Якутия обрела первую форму государственности, была создана Якутская автономная республика. Спустя 70 лет, 27 апреля 1992 года,
вступившая в силу Конституция Республики Саха-Якутия, провозгласила начало нового этапа развития Якутии. Сегодня, друзья, я чувствую огромную гордость. Гордость за нашу с вами Родину, за славный путь, которым Якутия идет все эти века и года вместе с Великой Россией, за поколение якутян, чьих руках судьбы огромных территорий, а в сердцах любовь к нашей бескрайней, суровой, но такой теплой Родине. Для нас нет земли прекраснее, народа сильнее, добрее и мудрее. Трудиться вместе, еще крепче сплотившись для процветания Якутии, на благо каждого ее жителя – это огромное счастье. Я искренне верю, что все нам под силу. Вместе мы добьемся высокого качества жизни, достойного Якутии, опоры развития Дальнего Востока и Арктики, движения вперед всей нашей России. Дорогие друзья, начиная с этого дня, осталось ровно 3 года до празднования столетия нашей республики. По указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, это знаменательное событие получило общероссийский статус. Решение президента подчеркивает его значимость для всей нашей страны. Создание Якутской АССР и современное развитие государственности, образование Республики Саха-Якутия стали политической реальностью благодаря незыблемой позиции и поддержке высшей власти российского государства на всех этапах ее истории. Глубокий смысл и значение славной даты мы подчеркнем знаками уважения к своей республике и ее многонациональному народу, к великим сынам Якутии, основоположникам государственности Максиму Кировичу Амосову, Платону Алексеевичу Аюнскому и Сидору Никифоровичу Барахову и их соратникам, к их последователям, лидерам Якутии в советское время и в современной истории, знаками уважения к якутянам, кто строил и развивал республику. Сегодня совместно с флагманом нашей экономики, крупнейшей алмазодобывающей компанией мира, компанией «Алроса», мы запускаем проект «100 алмазов к столетию республики». В следующие 3 года 100 крупнейших алмазов, добытых компанией «Алроса», будут названы именами выдающихся якутян. И сегодня… в День республики самому крупному за последние 2 года алмазу 118 карат, добытому из трубки «Интернациональная», присвоено, по моему представлению, имя олимпадиста Сафронова, легендарного Алампа. Символично, что в год театра в Российской Федерации наш проект стартовал с увековечения имени основоположника якутской драматургии. К юбилейной дате, конечно же, в городах и районах нашей республики будут построены новые жилые дома, школы, больницы, учреждения культуры и спорта, отремонтированы дороги, созданы современные общественные пространства, появятся новые промышленные объекты. Но я убежден, что славная вековая историческая дата должна быть отмечена по-особому. В ее честь должны быть введены знаковые объекты, которыми будет гордиться не только Якутия, не только Дальний Восток, но и вся Россия. К сожалению, пока в принятых ранее планах празднования этого праздника нет таких амбициозных проектов. И, конечно же, наши критики скажут, что у нас в республике еще много аварийного жилья, десятки ветхих школ, больниц и клубов, что сейчас не до величественных зданий. Но давайте вспомним нашу историю, друзья. В 1942 году, в самый разгар Великой Отечественной войны, здесь у нас, в Якутске, был построен кинотеатр «Центральный». В самые тяжелые годы кризиса начала 90-х годов по инициативе первого президента нашей республики Михаила Ефимовича Николаева был введен Национальный медицинский центр. И сегодня мы понимаем, что это были не просто большие красивые здания, это были символы уверенности в будущем. В честь векового юбилея республики мы должны возвести объект, который станет олицетворением истинных ценностей Якутии, самого большого многонационального субъекта России. Главное наше богатство – это культура. И сегодня я поручил правительству Республики Саха-Якутия построить в нашей столице крупнейший культурный комплекс – Арктический центр искусства и эпоса. В здании общей площадью свыше 30 тысяч квадратных метров с новейшими технологиями, современными общественными локациями должны будут разместиться флагманы нашей культуры. Государственная филармония Республики Саха-Якутия, театр Олонхо,
и Саха-Академический театр имени Платона Алексеевича Аюнского. Уникальный архитектурный комплекс должен стать символом нашей консолидации во имя будущих поколений. В этот день мы, конечно же, отмечаем знаковое событие – 25-летие Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия. Уважаемый Петр Васильевич, уважаемые народные депутаты, я искренне поздравляю вас и в вашем лице депутатов всех шести созывов Государственного собрания. Каждый созыв Государственного собрания совершенствовал правовую базу жизнедеятельности республики, внес свой вклад в развитие федерального законодательства. Руководители Государственного собрания Ларионов Егор Михайлович, Афанасий Петрович Ларионов, Василий Васильевич Филиппов, Николай Иванович Соломов, Нюргун Семенович Тимофеев, Виталий Николаевич Басыгысов и Александр Николаевич Жирков внесли огромный вклад в развитие государственности Якутии. Уважаемые коллеги, друзья, парламент – это важнейшая ветвь политической системы республики. Это мое глубочайшее убеждение, основанное в том числе и на личном опыте народного депутата двух созывов Государственного собрания Илтумен. Четверть века – это повод для переосмысления приоритетов, важнейших принципов и форматов деятельности высшего законодательного органа республики. В этот ответственный период, определяющий будущее республики на многие годы вперед, очень важно избежать кризиса парламентаризма. Важно усилить участие, повысить ответственность и влияние Государственного собрания Илтумен на все процессы социально-экономического развития Якутии. Сегодня в целом назрела реформа системы власти и управления в республике, от государственных органов до муниципальных образований. Наш народ ждет перемен, ждет конкретных решений, ждет реального улучшения качества жизни каждого человека. Уверен, что Илтумен и дальше будет работать, создавая прочный законодательный фундамент социально-экономического развития и социально-экономических преобразований в нашей республике. Этого требует масштаб задач, решение которых необходимо для современного развития Якутии на сегодняшнем этапе ее исторического развития. Дорогие друзья, наша республика – это двигатель опережающего развития Дальнего Востока, лидер ее экономического роста. По итогам 2018 года впервые в истории валовый региональный продукт превысил 1 000 000 000 000 рублей. Установлены впечатляющие рекорды в добывающей промышленности. Введены крупные промышленные и социальные объекты. Якутия – единственный на Дальнем Востоке регион, где численность жителей ежегодно возрастает. Растет и продолжительность жизни якутян. Мы лидируем на Дальнем Востоке и занимаем 6-е место в стране по индексу развития человеческого капитала. Но в то же время, к сожалению, доля бедного населения в республике чрезвычайно высока. Жители Якутии не удовлетворяют состояние здравоохранения. Большой запрос в обществе есть к повышению качества образования, услуг в сфере физической культуры и спорта. В республике на сегодня нет населенных пунктов, отвечающих федеральным стандартам благоустройства. Сохраняется разрыв в условиях жизни и труда людей в селах, в Арктике с городскими условиями. По комфорту жизненной среды, транспортному сообщению и связи, по доступности рынка труда и уровню доходов. Время диктует нам необходимость решения этих сложнейших, застарелых проблем. Максимально эффективно реализовать экономический потенциал Якутии на благо людей для кардинального улучшения качества жизни – вот наша общая цель. Сейчас работа всех органов власти республики подчинена достижению стратегических целей и задач развития, поставленных президентом нашей страны в его майском указе 2018 года. Правительство ведет здесь большую работу по участию Якутии во всех 12 национальных проектах, и уже в ближайшие 3 года в республику по линии реализации национальных проектов поступит более 65 миллиардов рублей. В преддверии Дня республики мы дали старт уже конкретной программе расселения аварийного жилого фонда. По всей Якутии до конца 2024 года мы должны расселить 1 140 000 квадратных метров аварийного жилья. 25 апреля благодаря поддержке правительства Российской Федерации, президента Российской Федерации, мы дали старт строительству высокотехнологичной Жатайской судоверфи, на которой ежегодно будет строиться не менее 10 речных судов.
В городе Якутске началась масштабная реконструкция уличной дорожной сети. Уже в этом году начнется строительство крупного кардиологического диспансера. В городах и районах будут строиться и современные здания школ, новые детские сады, больницы, учреждения культуры и спорта. Таким образом, по всей республике разворачивается строительство жилья, социальных и производственных объектов, мероприятия по благоустройству, созданию комфортной городской среды. И все эти задачи должны быть выполнены. Но другой вопрос – можно ли, просто освоив огромные финансовые средства, добиться качественных преобразований? Я уверен, чтобы инфраструктурные изменения дали мощный толчок в улучшении качества жизни, сделали Якутию по-настоящему прогрессивным регионом, меняться должно и само общество. Перемены нужны в сознании и взглядах каждого из нас. И самый серьезный наш вызов сегодня – это нехватка современных профессиональных компетенций. Причем даже в тех отраслях и сферах, которые мы традиционно считаем передовыми, считаем визитной карточкой республики. Нам всем надо учиться. Учиться, начиная с главы республики и до воспитанников детских садов. Возможность получать самые передовые знания и умения должна быть у всех жителей республики, независимо от возраста и социального положения, живет ли он в столице или в самом далеком наследии. Важно, чтобы раскрыть свои способности, свой талант мог каждый якутянин. И говоря об этом, я не могу, конечно, сегодня не сказать об успехах наших кинематографистов. Еще совсем недавно мало кто верил в наше кино, в их успех. Многие даже смеялись, где кино и где Якутия. Но были уверены наши люди, наша творческая молодежь, которая получила новые профессиональные компетенции, актеры старшего поколения, которые не побоялись заняться новым для себя делом, и их талант, воспитанный на основе тысячелетней культуры народа, привел Якутию на сегодняшний день к высшим успехам. В прошлом году фильм «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова взял главный приз и стал триумфатором юбилейного Московского международного кинофестиваля. И вот позавчера одну из главных наград 41-го Московского кинофестиваля, приз зрительских симпатий, получил фильм Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится». А Степан Петров... исполнитель главных ролей в этих двух фильмах, сегодня уже завоевал искреннюю любовь всей России. Мы гордимся, что наши кинематографисты прославляют на весь мир не только Якутию, но и всю нашу великую Россию. Так мы должны добиваться успехов и во всех других сферах. И я сегодня поручил председателю правительства из резервного фонда правительства выделить 1,5 миллиона рублей для того, чтобы наградить творческую группу, снявшую прекрасный и замечательный фильм «Надо мною солнце не садится». И наша, вот еще раз говорю, главная задача сегодня, товарищи, чтобы наши люди не оставались в стороне от тех широких возможностей, которые сегодня открываются перед нашей республикой и перед всей страной. Жители Якутии должны быть прямыми участниками всех крупных промышленных проектов на территории Якутии, обладая приоритетом в трудоустройстве. Только тогда якутяне станут настоящими хозяевами, заинтересованными и ответственными. Только тогда промышленное производство в полной мере будет социально ответственным, станет кровным делом якутян, будет приносить им прямую пользу и доход. Уже сегодня промышленные предприятия, действующие на территории Республики Саха-Якутия, заявляют о потребности в 27,5 тысячах новых специалистов в ближайшие годы. Подготовка кадров, конечно же, должна отвечать требованиям компаний. Поэтому сейчас должна перестраиваться вся система среднего профессионального образования. Мы работаем со всеми крупнейшими компаниями, с ведущими институтами развития нашей страны. Готовить наших ребят по рабочим специальностям мы будем по самым высоким профессиональным стандартам. Конечно, у человека должен быть при этом выбор. Например, пойти ли в промышленность или остаться на малой родине в селе. И чтобы это был действительно выбор, а не вынужденное решение, надо добиваться, чтобы наши села стали развитыми и комфортными. Да, важнейшая миссия нашего якутского села – это сохранение уклада, самобытной культуры, языка народа. Но без атрибутов и условий современной жизни, быстрого интернета, связи, хороших дорог, жилья, люди, особенно молодые, также будут, как и раньше, уезжать из села. Развитию села необходима крепкая экономическая основа.
Я считаю, что главная задача сельского хозяйства – это производить и поставлять на столы якутян как можно больше качественных органических продуктов. Сельское хозяйство может стать и должно стать выгодным и перспективным бизнесом. Для этого нужно создавать условия для предпринимателей в аграрном секторе, снимать все административные барьеры, дать доступ к землям, сельхозугодиям, к рынкам сбыта, к мерам господдержки через все институты развития. Не менее важно, я считаю, поднимать престиж сельскохозяйственного труда. Дорогие друзья, выбор якутян – жить и трудиться в местах, где веками жили предки, должен быть и в нашей Арктике. Стандартными методами мы здесь людей не удержим, где все меньше работы, меньше возможностей в том числе заниматься и традиционными отраслями. Нужны действия, которые реально улучшат положение северян, повысят уровень их доходов. Именно поэтому я принял решение полностью освободить жителей арктических районов республики от ряда налогов. Я уверен, что Государственное собрание Илтумен поддержит эту законодательную инициативу в ближайшее время. Мы будем и дальше работать по расширению налоговых льгот и преференций, в том числе уже и для предпринимателей, и для малого бизнеса в Арктике. Освоение неисчислимых богатств огромных северных территорий должно послужить качественному улучшению транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры на местах. При этом сохранение уязвимой арктической природы, северных экосистем, сохранение уклада жизни и хозяйственное коренных народов Севера – это главное условие возрождения Арктики. Как мы видим, друзья, цели перед нами стоят большие, задачи сложные. Их решение возможно только с участием и вкладом всего общества. Жителям республики нужны широкие возможности участвовать в управлении, в принятии всех важных решений. Сильная местная власть, которой доверяют жители, должна заниматься реальными делами. Сейчас это в первую очередь кардинальное улучшение качественной жизненной среды наших городов и сел. Говоря о сильной власти, конечно же, надо сказать и об открытости государственных и муниципальных органов и доверии к ним со стороны граждан. Иногда приходится сейчас слушать, что случаи, когда заводятся коррупционные дела на тех или иных чиновников, это передел власти, борьба против представителей отдельных районов, каких-то групп и кланов. Я здесь хочу ответственно заявить, это на самом деле не так, это системные меры против коррупции, невзирая на лица и связи. Заслужить доверие, авторитет у людей можно только неукоснительно следуя закону и нормам морали. И я уверен, что народ будет поддерживать преобразование, участвовать в общих делах, только если будет убежден в абсолютной честности нашей власти. Уважаемые якутяне, 2019 год в республике проходит под знаком года консолидации. Главная наша цель – это объединение жителей республики, независимо от политических взглядов, социального положения, вероисповедания и национальности. Якутия – общий дом для всех, кто уважает традиции, историю и культуру народов, живущих здесь веками. Мы открыты и толерантны. Мы дружелюбно встречаем всех, кто не позволит себе противоправных действий, будет жить и честно трудиться, не нарушая российских законов. Залогом тому является вековое единство представителей 130 национальностей, для которых Якутия сегодня является родиной. В этом наша сила, наша способность вместе совершать большие, великие дела. Сегодня мы с полным правом можем сказать, что все достижения Республики Саха – это исключительная заслуга всего его многонационального народа. В этот праздничный день я выражаю сердечную признательность всем якутянам за созидательный труд во благо нашей Родины. Всем, кто живет и трудится в нашей замечательной республике, я желаю счастья и любви, здоровья и благополучия, успехов и процветания. С праздником, с Днем Республики! Уру яйхал, Саха Республика Тагар! Уру яйхал, уру ласия! Вручение высших государственных наград Республики Саха-Якутия. Указ главы Республики Саха-Якутия. За значительный вклад в укрепление государственности, развитие и совершенствование избирательной системы Республики Саха-Якутия и многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность наградить орденом Республики Саха-Якутия «Полярная звезда»
Михайлова Владимира Николаевича, видного государственного деятеля, члена и председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия с 1993 по 2008 годы, депутата Верховного Совета Якутской АССР с 8 по 11 созывы, кавалера орденов «Знак почета» и «Трудового красного знамени», ордена «Дружбы», медали ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени», заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха-Якутия. За особые заслуги и вклад в развитие культурно-духовного наследия народов республики, музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность присвоить почетное звание «Почетный гражданин Республики Саха-Якутия» Алексееву Аркадию Михайловичу, руководителю творческой мастерской при Государственном театре эстрады Республики Саха-Якутия, отличнику физической культуры и спорта СССР, заслуженному работнику культуры Якутской АССР, народному артисту Республики Саха-Якутия, почетному гражданину Верхневилюйского, Кабяйского, Мегино-Кангаласовского улусов и города Якутска. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Атактавлах Айсен Сергеевич, депутат Таркундерегар, Келбит Амбастан Кодим Петр Василий Сейн Корелекпин. Народ талан эрели ескатар депутаттар бұд. Итие бұра негінан әйтіне әғадарибен көңілдер. Мен қандағаны маңды күддік нағарады тексием дейін санағатам. Оннық партийнай тәриясчы Республика министерствата қандық төлелеуі тақтейбін. Ол күнім баран, бүгін санаған келдім. Түйінші 937 ғылаққа, 12 сый, 12 шығылатығар. Советский Союз, Верховный Советін депутаттар салар, бұвардыр күнігар тіреуі тәуіппін. Бүгін ұтай тірем тәуі сөбөйті болла, Бұларғы кәм болан, балаңы олырым бұд, қотаңы тәрәбі кейбет. Олды болар, қалғылақ кәмге өске өтті керебін, тоғы дәққа қалғылақ олықтақ кей, күхәнара, мүхәнара, қалғатын туарытары өе санаты сайдырыттан, мен білеген жылғы бармақтыны бұд. Төе қалырынан бұл, Сүйірбейіз кейті боларым бұытынан, қомсымол етелі әсчелігін, онан болағына аспыт ұлықпын әргілден, онына құханлық санағына әтер, қанлық таңыттыл бұлан әтер кәмі соқ, барыда ұлыс үшіге әйті. Бұды кәмінге үлелі қамсы қатабыт, әйді саналақ кей, жолым сұрғытын бұлығын сөйбеттен саналақ бұл. Мен дейін ұттың ол спорт, физкультура, әдетігер специалистпен, төйі қалыларынан, төйі де тренер, тренер, үйрегі білер, ұшытларлығы суығын ең арас күрігінерінен дәріктанымын. Оған ағыз сұлыстата Саха Сірінші ең көмескен, ағаяқты көттіран, әлбәқті көйен келдім. Оны таңынан төйі рияғын арбын білеғыд. Москва үйерімі жаллақпын түгі кейті кейін, онына ол қылларға Сақасыр эстрады дейін тұлайды біле хуаға. Омық сөздерінді үріғеттірін дүлғам таян істеммін Сақасыр үріғеттігер атын тетімдері келдерер, үнкі тетімдері келдері санағылақ. Дипломы күтір құспытынан Сақасыр үріғеттігі әттіғіні сұрыталамын, жон әдір үшчат болғымын Оның ұттың бұл түгі кейті боламын,
Уважаемые друзья, начинаем праздничный концерт, посвященный Дню Республики Саха-Якутия и 25-летию Государственного собрания Ильтумен. Кихияка төрөбүт дойдута, төрөппүт ийетин кериеде, сүрягын татан, ыллатан, народ кыржыгар үйредер. Кихияка төрөбүт дойдута, төрөппүт агага колонор, тоңорон, бухаран, эрчитен, нигыл, укулат, оңорор. Якутия моя, студеные просторы, земля судьбы моей и счастья моего. О, как ты велика! Куда ни кинешь взоры, таежные моря, не видно берегов, приданое земли, несметные богатства, и вековые льды их тайны берегут, и облака над ними, как олени, мчатся, зимой им вьюги песни вечные поют, но лютой зимней стужи не боятся люди. Горячая, как солнце, течет в их жилах кровь, и никакая сила сердца их не остудит. В Якутии их счастье, жизнь и отчий кров. Якутия, земля моя родная, в тебе заложена сердечность и любовь. Ты бесподобная от края и до края, и о тебе пою я вновь и вновь. Thank you.
Николай Берестов. Приветственная увертюра. Исполняет Государственный симфонический оркестр «Симфоника Арктика» Филармонии Якутии имени Галины Михайловны Кривошапко. Дирижер Павел Васьковский. Михаил Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». Thank you.
Спасибо.